Вы всем привет, с вами я, Владжер, сегодня у нас будет Car Trader Simulator. Погнали! Нажимаем кнопку продолжить и будем ждать, пока грузится. Получается, да. Так, что у нас? Грабитель. Этот вроде хотел какую-то машину, что ли, ограбить, не помню я. Да, попробуем хотя бы. Так, что еще хотел я сделать? Так, у нас вроде в гараже что-то есть. Да, у нас есть в гараже машина. Это вроде... Так, окей, поняли. Сообщение. Не хочу читать сообщение. Надо кому-то позвонить. Вот, например, ты мне звонил. Давай, что ты там хотел сказать? Я должен дождаться некоторое время. Зачем? Кто-то звонит, должен ответить. Хорошо. Убери цели. Цели убери. Так, мне нужен красивый купе. А вот это вот подойдет. И как тебе это нравится? Ну, а такой машине... В машине есть рабочие лампочки. Сказать правду. Идеальное состояние. Так. Рад это слышать. Так, мне что-то вот прям в этом вообще не нравится. Я же должен, по идее, его сейчас грабануть. А сейчас будет стрёмно, что-то надо будет угонять с этого. Погоди, погоди, мне там еще не до тебя, мне тут грабитель ворует машины. Так, короче. Тогда езжай в гараж. Так. Что? Блять, я просрал его? Угу. Окей. Ну хотя бы машину спиздили. Это уже хорошо. Добрый день. Добрый. Что хотели? Привет. Что? Так, может пойти? Блять, нас. Окей, короче. Так, давай я тебе эту машину предложу. Я ищу вагон. Это то, что ты ищешь. У тебя есть другие предложения? Нету. Короче, тогда прощай, у меня нету других. Нету, все. Можешь, конечно, тебя на это нахуй послать. Все, нету. Нету у меня. Так, давай другого чувака. Блять, посадили нашего чувака в тюрьму. За угон автомобиля. Помнишь меня? Привет. Отча, Чельси, не знаю. Я ищу купе. Это тебе вообще никак не, это не понравится, да? Кто-нибудь хотеть? Скажите, я хочу искать Кио, который не Кио. Привет. Давай, ищи Кио, пожалуйста. Хочу. Скажи, хочу Кио. Я тебе продам Кио. Я мечтаю о СУВ. Это здорово, это что? У меня есть специально. Ну, то хотя бы тут больше... Что ты думаешь? Это не совсем то, чего я ищу. Двигатель в идеальном состоянии. Вообще идеальном. Вообще. Но очень... Не о чем беспокоиться. Превосходно. Согласен. Эта машина просто... великолепно. Выглядит хорошо, да. Не о чем беспокоиться. Не о чем беспокоиться. Она прям вообще классная. Именно так мне и казалось. Какую цену ты предлагаешь? А давай округлим до 20 000. Ну вот все, вот все. Да, вот это вот. Вот 500. Да, 500. Забудь. В смысле забудь? Мы можем согласиться на... Ну давай... 19 000. Окей, давай. 18 000. Неплохо. Прибыль $4000. Окей, хорошо. Все, давай. Так, теперь надо найти какую-нибудь новую машину или вот купить вот тут. Давай.
Фух, бля, у меня мало денег, я не хочу тут пока что вот эти вот машины себе покупать. Тем более они в не самом прекрасном состоянии. А есть где машины, которые я могу купить? 48 тысяч. Я не смогу его купить. Вы что, ебанулись? Так, мне надо... А тюрьма? Чё тут? Мы его спасли. Все. Он это выжил, да, окей. Так, чё покупаю. Дайте. Хочу. Я не знаю. Ой, бля, оно в убитом состоянии, нахуй надо. Хотя это тоже было в убитом состоянии. Четырнадцать тысяч! Новая неделя. Окей. Ура, она моя! 14 тысяч. Что это? Джуджире? 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 И где моя машина? А, погоди. Так это тоже моя машина. А, все понял. У меня две машины. Них... А, все понял. Чувак, давай, покажем у тебя это. Где водитель? Вызови водителя, пожалуйста. Нет, ты мне нахуй не нужен. Водитель где? Вот, давай, дроп. Дропаем тебя. Смотри, ехай, вот, забирай вот эту машину пока что. Давай, ехай. У нас есть две машины и 20 тысяч. Кредиты я не хочу брать. Не хочу. Кредиты это зло. Кредиты это плохо. Сделаем кредит, нам еще надо будет в два раза больше дать. Нахуя это надо? Давай лучше работать. У нас будут деньги. Мы будем такие, о, бля, миллиардер. Пока что у нас 20 тысяч. 20 тысяч на что? На новые машины и на работников. И на ремонт, конечно, этих самых машин. Потому что, ну, как бы, без ремонта куда ты денешься? Смотри, сейчас он заберет. Там у нас какая-то, это, как я знаю, BMW. Или Mazda. Вроде бы даже Mazda. Смотри, ехай. Вот сюда. А, ты забираешь машину, прости. Вот он, кстати, на значок это. Так, вот тут это пока что FIFA. FIFA? А, ну там пока что это... Звоните, я все равно вам не отвечу. Так, что у нас там? Не, все, 19 тысяч, это все, минус пол бюджета. Мне это пока что не надо. Мне надо машину продать. Снова продать. Не надо продать. Конечно, так больше денег получишь, но вероятность того, что ты станешь банкротом, высокая прям. А зачем мне надо становиться банкротом? Непонятно, мне не надо. А, поэтому, как бы, и без этого мы можем нормально прожить. Наверное, да. Сейчас наш чувак доедет до гаража. Отвезет машину и поедет за это ремонтер, да. Механик будет чинить машину. Потом в итоге мы созвонимся с кем-нибудь и поспрашиваем, хотите ли вы купить нашу говно. Уже 36 тысяч. 36 тысяч. Я бы уже не влез в свой бюджет. Так, все привез, да? Так, смотри, все равно дропаем тебе. Какого механика ты дропнул мне? Совсем что ли придурок, блять, а? А, не. Вот сюда. Ты тоже. Вот сюда. Смотри, у тебя тут одна из машин есть. Все, теперь смотри назад. На эвакуаторе, который все время есть. Смотри, теперь мы тебя дропаем. И ты поедешь вот сюда. Забирать нашу машину. Все, а механик тем временем будет ремонтировать вот эту машину. Нашего механика возьмем. Ну смотри. Мы будем все ремонтировать, потому что мне пока что терять свой как-то значимость в обществе не надо. Чтоб они знали, что типа я хороший продавец машин, то есть у меня надо машину покупать. Поэтому мы ее полностью будем ремонтировать с нуля до всего. Все, тут все отремонтировано, да? Окей.
Все. А, то есть тут было прямо отдельно, типа отремонтировать все? Вы серьезно? Бля. Все, наша BMW готова. Вы видели сейчас, какой цвет был? Это же просто пушка. Сюда выплывает. Сколько? Предлагаемая цена 8000. Я же это как бы в минус уйду. Нет. Окей, короче. А, то есть, а, мы ее купили за 6 баксов. А, ну тогда я и в минус не уйду, что? Известность малая. Все, короче, давай. Все. Машину сделал. Молодец. Все, у нас есть машина, которая в целом состоянии. Так, ты, чувак, что, купил машину? Тогда я пиздух ее сюда. Так, что, они там покупать себе машину? Что, у меня грабитель все еще тут? О, красавчик. Грабить пока что ничего не знаю, у меня нет опыта, чтобы что-нибудь грабить, поэтому... Звоним. Mm-hmm. Алло, что хотите? Алло, хотите купить машину? Как поживаете? Заебись, поживаем. Привет. Я мечтаю о хэтчбеке. Это не хэтчбек, да? Хэтчбека у меня нету. К сожалению, нет у меня хэтчбеков. Знаешь, что лучше, я думаю? Пока что не продавать эту машину, а ремонтировать вот эту сейчас машину. И у нас будет две машины. По двум параметрам они будут подходить. Типа, так или иначе, у нас будет больше шансов найти так называемого покупателя. Ну. Ремонтируем, берем нашего механика, который любит свой... Нихуя себе! А, так у нее вообще все по пизде пошло. У нее, смотри. А мы ее купили за сколько? За 14 тысяч мы ее купили. Так у нее все по пизде идет. У нее передний двигатель, бампер, колеса, подвеска. Вот это вот все у нее по пизде пошло. Но все равно я буду все ремонтировать, потому что, ну, как бы. А если я все не буду ремонтировать, то все, они как бы такие, ну, этот мудила продает машину, которая в убитом состоянии. Новая неделя. Все расходы 2500. Это у нас на зарплату работникам ушло 1500 баксов. Окей. И дождик пошел, потому что у нас мало денег. Так, смотри, мы... Не, мы ее еще не отремонтировали. Но смотри, она же становится вообще более и более нормальной. И вот я сюда. А почему мне так лагает все? Ау, вебка, не лагай. Все нормально. Это, оказывается, Mazda CX-5. Я почему-то думал, что это какая-то Lada Vesta. Все, 20 тысяч. Мы с нее срубим. Да хуя бабла. Это заебись. Короче, смотри. Не, я буду ее лакировать. Она и так выглядит, как поношенный кусок говна. Так, поменяем ей цвет. Ну, золотого поменяем. Синий прям идеально подходит. Давай синий. Все, синий. Окей. Закрыть. Смотрим. А что, их не покрасил, что ли? А, серьезно, их не покрасил даже. А, то есть, чтобы их еще покрасить, надо 500 рублей потратить. Не, нахуй надо. Нахуй надо. Короче, все, давай, звони. Короче, давай. А, алло, 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 давай, давай. Чё там, чё там? Как поживаете? Заебись, поживаем. Давайте, чё там, какую машину хотите? Какую? Давайте. Любые есть. У вас есть хэтчбэк? Хэтчбэков нет, пошли нахуй. Так, еще один. Окей, давайте, здравствуйте. Угу. Чё, звонили? Добрый день, добрый, добрый. Привет. Я мечтаю хэтчбэк. Ты полюбишь его. Так, ну блядь. Нету хэтчбэков, идите нахуй. Заебали, нету у меня хэтчбэков. Давай, короче, вагон, ура, хотя бы не хэтчбэк. Помнишь меня? Да нихуя я тебя не помню. Давай, короче, какую машину хочешь? Привет, давай, какую машину хочешь? Я ищу дешевый вагон. Может, вот это тебе подойдет? Это что ты ищешь?
Нету у меня вагонов. Нету у меня вагонов. Пошел нахуй. Вагонов нету. Есть только это, поезда. Поездов тоже нету. А чё, у меня писем нету? Водитель. Я загрузил джип на эвакуатор. В данный момент сезона ручная. Добрый день, на нашей свалке копилось немного. Так, вот это мне интересно. На нашей свалке накопилось много металлолома. А где у вас свалка? А, что такое свалка? Где свалка? Что это? Местонахождение. Это у нас самый главный чувак. Пусть он там будет больница. Ну и воровать как-то сейчас не особо. Если воровать, то где-то вот тут поблизости нашему району. Потому что очень быстро можно съебаться. Почему мне никто не звонит? Угу. Чё? Привет, вы продаете подержанные машины, да? Привет, да, хочешь что-то купить? Хочу продать вести на платеже. А какие машины? Поверь, мне не разочаруешься. А какую машину я должен прийти туда лично? Куда? Вот сюда? А, ну давай, мы тебя дропнем сейчас, и ты пойдешь, короче. Ездит. А какая у меня машина? Мне интересно, типа, у чувака какая машина, раз он ездит. Так, опа, кто-то позвонил. Здрасте. Mm-hmm. Алло, здрасте, что хотели? Добрый день, молодой человек. Да, я молодой, здрасте, привет. Я хочу, да, ёбаный свет. Давай быстрее. Вы звонили, да, я Паула. Вот где она находится, машина. Спокойно, она в складе. Это настоящая зверь. Скажите, хотя какой машиной является этот зверь? Вот прямой Мазерати быстрее в городе. Чё? Как же... Что? Мазерати в городе? А ты кто, мент? Тебе интересно, хочешь купить или нет? Слушай, девушка, мне не нравится этот теннис. Я сразу позвоню. Это что? Я не совсем убеждён, это слишком тёмно. Я не хочу... Не хочу следующих проблем. Я не буду. Не хочу. Извини, я, однако, в этом городе боюсь, думаю о том, что со мной будет, если мне не поможешь. Ну хорошо, давай предложим, что я... Так, извини, но не могу. Не хочу. Репутация -5. Делаешь грубую ошибку. Окей, короче, не хочу я там. Так, давай, что там? Это твой счастливый день. Что он хочет? Опа, давай ему эту предложим. Мне нравится. Так, давай, короче, скажу правду. Не о чем беспокоиться, но вообще идеальное состояние. Превосходно. Ты уверен в таком, что только правая подушка безопасности в хорошем состоянии? Думаю, она все еще на гарантии. Превосходно. В порядке? Сколько? А ты сколько мне хочешь за нее заплатить? Вот сколько? А давай ему 8300. О, все? Серьезно? Вау. Он и так быстро купил. Мы ушли в плюс на 1000 рублей. Вау. Прям до хрена. Офицер мне звонит. Потом отвечу, чувак. Потом. Так, никто мне больше не звонит, короче. Ты смотри, ты едешь домой обратно. Ладно, давай тогда менюшку откуда. А, нельзя. А, вот менюшку, все. Снимаем наушники, чтобы музыки не было. И. Ладно, на это, наверное, все. Вы сами знаете, где должны поставить лайк, тем более где подписаться. С вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр и всем пока.